Тела двух казахстанцев, погибших в Турции, доставят на родину завтра. Накануне по поручению Касым-Жомарта Токаева в провинцию Хатай прибыли наши спасатели. Ближе к вечеру они обнаружили тело Адиля Кадырбекова. А сегодня утром под обломками многоэтажного дома нашли Мирбулата Курмашева. Все расходы по транспортировке погибших возьмут на себя казахстанские дипломаты. Министерство иностранных дел Казахстана выражает соболезнования родным и близким Адиля Кадырбекова и Мирбулата Курмашева, погибших в результате обрушения дома в городе Антакия, провинции Хатай. Ожидается, что тела наших соотечественников будут доставлены в Казахстан 11 февраля текущего года регулярным рейсом Анталия-Алматы, и все расходы будут покрыты государством. Казахстанские и турецкие спасатели начали поиски еще одной нашей соотечественницы, которая живет и работает в городе Кахраман-Мараш. Женщина перестала выходить на связь 6 февраля. О ее исчезновении сообщила сестра по горячей линии. Ранее в провинции Хатай под обломками обнаружили казахстанку Сабину Мамадьярову. Девушка отделалась переломом руки. Ей уже сделали операцию. Состояние пациентки оценивается как стабильное. Спасателям удалось найти еще одну гражданку нашей страны. Она считается пропавшей без вести. Оказалось, девушка просто не могла выйти на связь. Сейчас с ней все в порядке, ее дом уцелел. К слову, с начала землетрясения наши дипломаты обработали больше 1000 звонков. За 4 дня на родину из юго-восточной части Турции вернулись 124 казахстанца. Многим соотечественникам понадобилась помощь в перемещении в безопасное место. Они были обеспечены транспортом, питанием и проживанием. Некоторые граждане Казахстана изъявили желание вернуться на родину. К тому же у многих из них были утеряны документы в связи с разрушением их жилищ. Консулы на местах оформляли им необходимые проездные документы.